В Сургуте сегодня стартует Международная неделя нефти и газа в Югре. Событие пройдет с 22 по 25 сентября. Здесь встретятся представители ведущих российских и международных компаний нефтегазовой индустрии. Участники проекта смогут получить актуальную информацию о нефтегазовом секторе, найдут новые решения для сотрудничества, в том числе на международном уровне. Центральным мероприятием станет международная специализированная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Сургутнефтегаз-2». 2021. Выставка проводится уже более 20 лет. Ежегодно в ее работе принимают участие более 120 отраслевых компаний из 50 регионов России и зарубежных стран. В этом году все мероприятия пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Инициативы югорчан отметили на федеральном уровне. Наталья Комарова в своем инстаграме рассказала о призере 5-го всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Итоги подвели на тематической конференции Министерства финансов. В 4 номинациях приняли участие 915 проектов из 60 субъектов России. Югра представила 55 инициатив. Так, медиаотряд Сургутского района вошел в тройку победителей с идеей «Люди Р». Творческое объединение обучает молодых людей базовым навыкам – СММ, пиар, журналистики, направленным на создание медийного продукта в сети интернет. Публикации отмечены даже на федеральном уровне. В 25 лучших проектов также вошла идея реконструкции многофункциональной воркаут-площадки в Ханты-Мансийске. Обновленная территория в парке Бориса Лосева станет местом проведения ежегодных городских окружных турниров по стрит-воркаут. В Лангепасе открыли ПЦР-лабораторию. До сих пор за исследованиями этим методом жителям Лангепаса и Покачей приходилось обращаться в медучреждение Нижневартовска и Сургута. Теперь такая необходимость полностью отпала. По соглашению между компанией «Лукойл» и правительством Югры приобретено медицинское оборудование на сумму почти 14 миллионов рублей. Лабораторию разместили в бывшем здании Центра профилактики СПИДа. Для этого помещение капитально отремонтировали. Первые исследования в новой ПЦР-лаборатории уже проводятся, но пока в тестовом режиме. Через 3 недели начнется полноценная работа. Здесь можно будет диагностировать не только коронавирусную инфекцию, а также грипп разного рода, пневмонию, клещевой энцефалит и проводить исследования, направленные на профилактику и своевременное выявление онкологических заболеваний. В целом лаборатория сейчас рассчитана на 65 тысяч жителей округа. Это город Лангепас и город Покачи суммарно. Планируем, что будет доходить до 40 тысяч исследований в год. При этом ежедневно нагрузка на лабораторию будет составлять 150 тестов. Это в одну смену. При необходимости количество смен может быть увеличено до 3, и потребность, соответственно, тоже будет увеличена в 3 раза. 2 квартиры и 22 автомобиля выиграли югорчане в викторине «Энергия развития Югры». Удача улыбнулась и к галымчанину Богдану Грунтовому. Теперь он обладатель личного автомобиля. Причем, когда заполнял анкету, даже не интересовался, какие призы разыгрываются. Ответил на 10 вопросов по истории округа, активировав уникальный номер, не поверил своим глазам. Всего в округе призы получили почти 16 тысяч человек. Шанс выиграть автомобиль был у каждого. Беспристрастная система определяла победителя методом случайной генерации чисел. Ну, в общем, узнал я о ней случайно, по-моему, из смс самое, уведомлений. Там решил пройти очень. Это первый выигрыш моей вообще в жизни. Вообще до этого ничего не выигрывал. Даже брелок для меня был бы это удивление. Автомобиль это вообще просто я опешил. Прям здесь, да, пришло смс, я не поверил сначала. Да и сейчас, если честно, не верится. Ну, кто знает. Ну, радость.